Мы начинаем задумываться о последствиях, но их мы не решаем. Мы видим также проблему, но не можем их не решить. Меня зовут Тайна НЛО, и сегодня три страшных ролика, которые скрываются у нас в облаках. Что это? Вторжение? Нападение? А может, дружелюбные жесты? Никто не знает, и поэтому мы сегодня будем их разбирать. Пожалуйста, дорогие зрители, досмотрите сюжет до конца. Оставьте комментарии, поделитесь с этим роликом с друзьями, с близкими, и мы будем разбирать этот сюжет. Что на самом деле могло случиться в тех местах, которые вы посмотрели, сейчас вы все узнаете. Пожалуйста, дождитесь до конца, посмотрите сейчас эти три необычных ролика. В небольшой обстановке множество семей заметило в облаках очень страшное и интересное явление. Люди посчитали, что это, скорее всего, какой-то необычный розыгрыш. Но когда из облаков стало проявляться необычное НЛО, людям стало не до смеха. То, что вы сейчас наблюдаете, это необычное НЛО, которое просто-напросто привыкло скрываться в облаках. Множество других сюжетов также относятся к скрыванию. Что это? Нападение, вторжение или уже захват Земли? Никто не знает, и ученые ломали с этим сюжетом очень долго и сделали вывод, что это все-таки фейк. Не знаю, как вы, дорогие друзья, и как я буду зависеть от ваших мнений. Идем дальше. Этот сюжет был сделан в Северной Германии. В необычной обстановке было сделано множество таких видеосъемок. Люди, которые наблюдали необычный НЛО, просто-напросто стал скрываться в облаках. Но облака не смогли скрыть эту махину. На самом деле люди не уверены в том, что видели своими глазами. Они начали вообще молиться о том, что это все-таки какая-то небесная кара. Но множество других ученых и даже космические ихние работники заявили, что это к Земле подлетел неопознанный летающий объект. Его масштаб рассказывают две футбольных поля. Что на самом деле здесь скрывалось, никто не знает. И после этого видеосъемка обрывается. Посмотрите, дорогие друзья, сами
может, что-то увидите необычное. Последний сюжет был снят в Абхазии. Недалеко от Гагр был замечен неопознанный летающий объект. Его масштаб вообще поразил всех. Такой еще огромный корабль еще никто не видел. Видят, что ученые начали паниковать в плане того, что эти видеосъемки и видеоснимки были отправлены в американскую научную базу, где утвердили, что это фейк. Но под секретностью они закрыли этот видеосюжет. После этого через несколько дней начали патрулировать военные американские вертолеты. Подозрительно все это, что это фейк. Но зачем американцам нужны были вертолеты на границе с Абхазией? И что они там искали? А искали, дорогие друзья, они что-то интересное, которое просто-напросто закрытая информация, утверждает очевидец, который это заснял. Досмотрите, дорогие друзья, сюжеты до конца и посмотрите, может, это уже конец к новому эпохе или что-то начало. Я надеюсь, вам понравился такой необычный сюжет. Вы поставите лайк, подпишитесь на этот канал и не забудьте поставить колокольчик. Всем добра и до новых встреч, дорогие друзья!